Йоу, ребята, с вами, как всегда, Соник XZ2202. И, короче, ребята, с Новым годом, и, как говорится, с новым счастьем. Здоровья вам, блин, крыши над головой, если вы учитесь пятерок, если вы там будете сдавать контрольные или экзамены нормально сдать. Как и в прошлом году я говорил, этот год прошел для некоторых неудачно. Та же самая война, опять коронавирус появился. Так еще и у некоторых, может быть, кто-то умер. Да, это, как я говорил в прошлом году, следующий год будет лучше. Ну ладно, я вам обещаю, что вот это 2022 год будет лучше. Так, ладно, я пошел. Сейчас я вас потом еще поздравлю в Роблоксе, Мелане Плейграунде и в Майнкрафте. А пока я передам в новогодние поздравления. Ну, короче, дам слово МХЗ. МХЗ, можешь поздравлять подписчиков. Так, опять я падаю, да господи. Так, еще раз всем здорово, ребята. Короче, сейчас я в Мелане Плейграунде. Да блин! Короче, с наступающим Новым годом. Чтобы все мечты сбывались, елка была всегда нарядна, родственники были всегда добры к вам, любили вас, и вы их, что вам еще здоровье там, любви, заботы, и столько же подарков, как на этой елке. Что ж, а я передаю опять же слова Эми. Ну, слова к Эми Экзе тут. Всем здорово, ребята. Короче, я вас поздравляю в мае сейчас. Что ж, также вам нового счастья, здоровья, чтобы был нормальный снег, не то, что тут в Майнкрафте, выпавший и у нас в городе. Йо, да, блин. Да, этот скин я делал сам, если что. Благодаря приложению. Они мне не платили за рекламу, поэтому не буду говорить. Название игры. Если вы хотите, конечно же. Я могу сделать тутор, как сделать себе скинчик. Ну, короче. Да. Вот такой у меня. У меня есть еще два скина. Один тот, который вы помните из видеошота. Это где всякие вот там моды, там вот это ностальжи Майнкрафт ностальжи вот это типа да что ж
я могу. А еще у меня сидит немного скин, который я делал в Майнкрафте сам. Да, кстати, этот у меня скин как Among Us. Это вот красная, это кровь у меня. Что же, давайте перейдем к Роблоксу, где я вас поздравлю. Что ж, ребята, мы перенеслись в Roblox. Наш всеми любимый Roblox. Что я вам пожелаю? Тут тепла зимой в доме, чтобы вы не замерзали, конечно же. Чтобы не болели в следующем году, да. Чтобы, блин, у вас было много денег, блин, в конце концов. Чтобы все желания ваши исполнялись. Даже если вы хотите iPhone 120 Pro Max, блин, который еще не вышел и никогда не выйдет завтра, он у вас будет. Не будет. Мегалодон, молчи. А, да, это моя новогодняя акула под именем Мегаладеоне. И вот это мой Чау Netflix, я его зову. Ну что ж. Да, я хотела еще кое-что пожелать. И чтобы для вас весенняя учеба и зимняя учеба длились быстро, даже слишком, чтобы наступили летние каникулы. Что ж, ну а всем удачи и всем пока-пока, и мы с вами увидимся, правильно, когда? Что ж, привет, Лошкида, это я, оригинальный ходилки-бродилки. Этот долбанный черномор не дал мне уничтожить планетку эту. Ну ладно. Мы с вами еще увидимся в следующем году. Аха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 хah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